Есть такое выражение «человек эпоха». Его в полной мере можно применить к этому одному из старейших воров в законе. Он родился в Саратове в 1921 году, всю жизнь провел в этом городе, и конец этой жизни встретил тут же. Жил честно по-воровски, полностью соблюдая от А до Я воровские понятия. Начинал вором-карманником, попался с поличным в 1937, в 16-летнем возрасте. Судила его особая тройка местного НКВД, церемониться не стали и дали 8 лет. Василий постоянно сбегал, его опять ловили и отправляли в лагеря. Он опять сбегал оттуда, отказывался брать в руки инструменты для работы, стал отрицалым, постоянно помещался в карцер. В 1942 опять НКВД, его осудит на 10 лет за контрреволюционный саботаж, и Мордаков снова поедет по северным лагерям. По той же статье за отказ работать на благо Родины его осудят еще трижды, а в 50-м, в самый разгар воровской войны, добавят судимость за участие в беспорядках. Именно в этих лагерных потасовках не на жизнь, а на смерть Мордаков получил увечья. Ему в лицо попали цепью от трактора, навсегда оставив заметные шрамы. Во время этих долгих сроков авторитет получил воровскую корону. Нет сведений о том, кто принял его в воровскую семью и когда. Однако освободился он в середине 50-х. И уже вышел в статусе. Освободившись, Мордаков вернулся в любимый Саратов. Помимо специальности карманника, он приобрел навыки профессионального катала. Авторитет часто ездил на курорты, где выигрывал у богатеньких отдыхающих крупные суммы и регулярно пополнял общак. К 90-м Мордаку было уже 70. Он остался верен прежним понятиям, не связывался с бизнесом и политикой, не особо общался с барыгами и рэкетирами, на всех сходках высказывался и призывал к миру. Предлагал никого не убивать, а тех, кто не угоден, просто бойкотировать. Мордаков стал хранителем воровских традиций, и к нему очень часто обращались за советом. Именно тогда ему доверили следить за карточными долгами по всей стране, за их выплатой и должниками, налагая на них штрафы. Умер Мордаков в 1999, едва отметив наступление своего 78-го года жизни. Причиной стал инфаркт. Похоронили старшего вора в законе пышно и торжественно в его родном Саратове.